Здравствуйте, ребята! С вами канал «Удачные рецепты» с Анюткой. И сегодня на канале Алкофан я поделюсь интересным рецептом настойки, которая готовится непосредственно в самой дыне. Все очень просто. Аккуратно срезаем с дыни макушку. Извлекаем все косточки. Середина должна быть абсолютно чистой. Можно срезать часть мякоти. Заливаем внутрь водку. Закрываем дыню. Можно зафиксировать зубочистками. Выбираем на 14 часов темное прохладное место. Полученную настойку можно подать эффектно в дыню, а можно слить в бутылку и подавать. Приятной дегустации и до скорых встреч!